Одеська облдержадміністрація повідомила, на ремонт яких доріг візьмуть кредит. Йдеться про позику Одеської області розміром 630 мільйонів гривень. Нагадаємо, що кошти планують витратити на капітальний ремонт доріг та мостів регіонального значення. А саме Федосіївка, Подільська, Нанїїв, більше 8 кілометрів дороги роздільна Понятівка, Кошари, Знам'янка, а також проїжджа частина та тротуари на в'їзді в Ізмаїл. Как мне кажется, подобный механизм позволяет облгосадминистрации значительно раньше вложить деньги в инфраструктуру, которая, в свою очередь, будет в значительной степени способствовать в том числе и развитию экономики. Потому что транспортные пути, они привлекают туристов, дают возможность им передвигаться по региону, передвижение грузов, что для региона нашего является достаточно важным. Поэтому нам кажется, что данное вложение будет кстати, вовремя и крайне необходимым региону. Костянтин Гой зауважив, що відновлення дорожнього покриття відбудеться не в межах програми «Велике будівництво», а за ініціативи області. Тому що отримання державних субвенцій – це процес не швидкий, а Одеська область здатна виплачувати кредит. По хорошим дорогам хочется ездить уже сегодня. Вот. И ждать, когда придет субвенция, не всегда удобно. Более того, она с большей частью распределена в течение всего года, а погодные условия для проведения работ у нас, к сожалению, ограничены. Поэтому для того, чтобы оптимизировать деятельность строительных компаний, которые будут заниматься капитальным ремонтом и строительством дорог, таким образом мы им обеспечиваем наилучшие условия для получения лучшего качества дорожного покрытия, поскольку эти работы будут проводиться в весенне-летний, осенний период, а не в зимний период, да, когда бы мы получили деньги.